Привет, друзья! Хочу вам рассказать об еще одном тренажере из гидравлических тренажеров HaduForce. Тренажер называется штурвал. Ну, почему называется штурвал, понятно, да? Очень напоминает штурвал. Идея его какая? У нас одной из важнейших степеней свободы позвоночника является движение влево, вправо в поясничном отделе. Вот такое вот. В гимнастике ходу есть упражнение, которое называется походка обезьяны, где все эти мышцы тренируются. Вот штурвал предназначен для этого. При движении, значит, мы берем за рычаги и вместе с тазом двигаемся вот так. Вот так. Опять-таки, если легко, можно, значит, соответственно, сузить для более сильной нагрузки на поясничный отдел. Одновременно с поясницей будут, естественно, напрягаться мышцы брюшного пресса, естественно, немножко широчайшая будет работать. Но, что очень важно, во всех тренажерах серии HaduForce нагрузку дозируете вы на уровне вашего подсознания. Если вы тренируете косые мышцы при помощи отягощений, это всегда чревато травматизма. Здесь такого не происходит, потому что если при движении сюда или сюда вам вдруг становится больно и вы чувствуете, что что-то перерастянули, вы просто перестаете выполнять упражнение. Все остается на месте. Никакой инерционности здесь нет. Вся инерция полностью гасится. Если вам тяжело, вы только раз остановились, убрали ручки и все. Все остается на месте. Еще немаловажный момент, это присуще всем тренажерам HaduForce. Нагрузка регулируется вами за счет изменения скорости. Вот я делаю быстро, например, но я очень тренированный человек. Подойдет девушка весом 50-60 кг, она возьмется пошире и будет медленно вот в таком темпе. И для нее это будет тоже развивающая нагрузка. Это безопасно. Это занимает мало места. Ну и плюс есть ролики, в которых показано, какие упражнения можно делать на этих тренажерах. Это многофункционально. На сегодня все. Спасибо.